Здрасте. Что здесь делаете? Подругу. Подругу? Все нормально? Да. У нас тут такая ситуация. Да. Вот этого не видели? Вот этот. Куда? Ну вот. Где? Вот. Потому что это новый бренд. Смотрите его обязательно до конца. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки. Канал Шмидта в описании. Канал мой выбор. Там описание. Ничего не написано. Полиция. Сколько ты войска ходишь? Вон, говорит, прошел. А нет, вон. А вы подписаны? Просто скажите. Блин, сейчас подпишусь. Поехали. А вы подписаны на канал? Блин, сейчас подпишусь. Где, ребят, поджимберили? Здрасте! Не видели? А ну. Особо опасный. Да пиздец, а маньяк. Он? А? Серьезно, конечно? Ну да. Если видите его, то нужно его сразу задержать. Скрутить, да? Да. Скрутить, да? Да. Скрутить, да? Да. 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 Покажи еще раз. Сфоткай это просто. Давай, ты убежал, что сделал? Да. Что делать? Но он маньяк. Сфоткай, по девушкам. Давай. Маньяк на себе. Конечно, конечно. Фоткайте. Вы бы не видели. Какой старый хуй. Ну, рыжий. Если что, ну задержите там. Что, пацаны молодые, конечно, да. Да. Все, спасибо. А куда его везти его? В любой отдел ближайший. Все, да? Правильно? Да, давайте туда. Красава, теперь ты водишь. Таня! Пранкер, говорит, хуй. Кто душил меня, а? Кто душил? Серьезно, поверь. Да? Классный, ребят. Да. Спасибо, ребят. А где камера, что ли, снимает? Да, он стоит. Ты вообще тигр. Пранкеры, говорит, хуй вы. Замажем. Вот парнишки шли, я иду, я понимаю, что они его сейчас реально закрутят. И не поворачиваюсь, думаю, Дэна уже там ломают или нет. Поворачиваюсь, Дэн на карачках, пацан сверху. Помогите. Я вообще попутал. Здрасте. Не видели вот этого гражданина? Нет. Кто такой? Особо опасный маньяк. Да? Да, сбежал вот час назад, где-то здесь, в этом районе. Звонить 112 службу. Да, рыженький. Нет, не в очках. Да, Игнатом звать. Молодой, да? Да, да. Если что, сразу. Спасибо. Попался! Теперь ты водишь! Вы поняли, да? Бабуля, здрасте. Здравствуйте. Вы не видели здесь вот этого вот человека молодого? Преступник, криминальная личность. Если увидите 30 лет, русские, светлые волосы, сразу сообщайте. Он где-то здесь а просто находится, бродит. Да. Ага, еще да. Раз покажите, вот. Хорошо. До свидания. Игнат. Игнат. Игнат, да. Мало ли что. Ну да. Да. Конечно. Он маньяк. Он маньяк. Да, да, да. Да.
Где? Стой! Ага! Поймал. Ручки за нас. Назад. Да. Давай, руки. Так, держите, я наручники сейчас достану. Ой, я забыл наручники. Так, мы сейчас вот так скрутим. Давайте. Уп! Стоп! Куда дергаешься? Ох, какой. Наши ручки попал. Задержали. Это не я узбека носил. Шаля, наручники. Молчать. Значит, а вас как зовут? Зинаида Александровна. Ню, блин, собачий. Зинаида Александровна, стойте. Посмотрите туда. Это был социальный эксперимент. Кто окажет помощь? Ну вы молодец. Ой, телефон твой? На самом деле вы первые, кто помогли. Вот увидите себя по телевизору. Реально. Капец на холодец. Телефон забрать. Я в шоке. Так я назад бегу, вас нету. Как ключа? Сейчас его спугну. А он где? Куда вы делись? Мы вообще актеры. Мы не работаем. Ёб твою мать. Особо опасный преступник. Правая рука отсутствует. Если увидите сразу службу 112 МЧС, патрульный ДПС, Владивосток, Хабаровск. Да, он рыжий, если что. Здрасте, не видели? Маньяк. Не. Здесь где-то на районе. Если увидите, позвоните в службу спасения 112. Правая рука отсутствует, кисть у него. Держи его! Держи! Ты водишь! Спасибо, дорогой! Пацан меня запнул. Вы че? Я еще такой ему, спасибо, дорогой. Он такой, вы че, блядь? Спасибо, дорогой. Пацаны в шоке были. Что-то устали мы уже бегать, снежок такой идет здесь прекрасный. Да, похоже топ. Не то, что вчера. Так, давайте, ребят. Подписывайтесь на канал, ребят. На оба канала подпишитесь. Вот. Да, вот. Шмидт, Чернов. Вот Чернов, вот Шмидт. Наоборот, да. Че, давай еще? Давай. Тепло, по кайфу. Я вспотел. Я тоже не мерзну. Только воды пить хочется. В тот момент, когда ты их спрашиваешь и показываешь фотку, и я просто на их глазах прохожу. Давай так сделаем. Все, работаем слева, мужик идет. Я подхожу, потом ты за мной. Здрасте. Видели? Особо опасный преступник, живодер, насильник. Котофей Майский, да, называется. Ну я серьезно вам говорю. Не видели? Что за шутки? Сегодня не первая. Ну да. Маньяк. Давай. Ну, если увидите, сообщите. Девушкам показывать метр что? В смысле девушкам? Ну, у меня насилует что ли будет? Ну, может и вас. Так что осторожней. Вот это поворот. Девушкам показывай. Говорю, что насилие. Девушкам показывай. А что девушкам? А что у меня насилует? Говорю, будет, ну, может и вас. Здрасте, уважаемый. Не видели? Живодер. Он собаку убил. Ну, там, бывшую. То, что изменило там. Нет? Если увидите, да, принять меры, задержать. Особо опасен. О, вот он! Дай лопату! Лопату! Ах ты, сука! Пацаны, держи быстрее, держи! Держи, бать его! Держи, сука! Держи, держи, бать! Держи его, держи, держи, держи! Держи, теперь ты воешь. Живодер, особо опасный. Нет. Убил свою там бывшую собаку. Ужас. Ну, если что, увидите, 112, либо попридержать, Игнат, 30 лет. Держи, 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 держи! Теперь ты водишь. Мужик, держи его! Лови его! Лови, 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 лови. Оп, ты водишь!
человека разыскиваем, не видели? Вот так он выглядит. Маньяк по узбекам работает. Точно не видели? Просто... Но он где-то здесь, а просто вот где-то здесь. А он сам русский? Нет, русский. Нет. Не видели, да? Ага. Ладно, всего хорошего. Ага, до свидания. Смотри, снимай. Это ракета. Стой! Ловите его! Ловите! Ловите его, Ваня, лови! Лови! Ты будешь! Бра! Девушка, здрасте. Разыскиваем, не видели здесь, не попадался? Вот здесь, в этом районе. Нет? Маньяк? Нет. Если увидите, сразу нужно будет позвонить. Здесь где-то по району бегает, ходит. Если увидите, сообщите сразу. А, так, аккуратнее, женщина! Вот он! Он вооружен! Поймал, да? Дубак. Там вон тетка все еще смотрит. Да. Поверни, посмотри, вон сними. Погнали дальше, по джунгели. Ага. Маньяк, да. Нет. Если увидите, нужно сообщить сразу. Это в службу 112. Хорошо. Ага. Понятно. Все. Понятно. Так, здрасте. Стойте, не видели вот этого? Нет, не видел. А? Не видел. Где? Вон. Где? Прямой. Вот он. Таня. Да вроде похож. Ловите его. Вот он. Он, да? Да. За кем бежал? Не знаю. Сейчас спросим. А ты за кем побежал? А это не он ли пошел? Где? Да? А я еще не побежал, знаешь, как сделать? Я такой стою, они думают, я такой, может и он. Так-то похож, говорю, в курсе. Короче, ребятки, выпуск подошел к концу, я надеюсь, вам он понравился. Вы поставите лайки и подпишитесь на канал. Включите колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Подписывайтесь на Летеху Шмидта. И на Чернова ТВ, ссылка тоже в описании. Поэта Чернов, я не один, меня знает толпа. Заходи на канал Пари на ура, прокачай головой и запомни, Чернов, сука, это Чернов, сука, это Чернов.